Раз в году в Староскольском художественном музее разворачивается особенная экспозиция. Картина года – симбиоз самых разных направлений изобразительного искусства в исполнении влюбленных в свое дело художников Старого Оскола. Графика, акварель, масло – порядка 40 авторов, более сотни работ. Цель этой выставки – чтобы отследить, как развивается художник, как развивается искусство у нас вообще в Старом Осколе. И поэтому мы здесь можем заметить, как развивалось творчество художников на протяжении последних 25 лет. К юбилею выставки музей выпустил подкаст с художниками, который можно посмотреть в Староскольском художественном музее или на его канале YouTube. Что особенно актуально, учитывая, что выставка свернется 31 января.